Более 3000 детей отдыхают в летних лагерях, которые открылись 1 июня на базе общеобразовательных учреждений. Они принимают участие в развлекательных, творческих и образовательных мероприятиях, в том числе общегородских. Луиза Егезарян увидела, как школьники городского округа проводят это лето. Сегодня в программе школьных лагерей выездное мероприятие. Более 100 детей из начальных классов собрались в Центральном парке, чтобы поучаствовать в краеведческом квесте. Интеллектуальный марафон посвящен знаменательному событию – 400-летию города Люберцы. А вы знаете, ребята, что Люберцы состоит из множества поселков, деревень. Знаете об этом? Замечательно. Я думаю, что вы подготовились очень основательно ко всем тем испытаниям, квестам, ко всему марафону. Я вам желаю, чтобы со всеми заданиями вы справились на отлично и чтобы обязательно получили новые знания, новые впечатления от сегодняшнего дня. Марафон, посвященный теме краеведения, проходит в городском округе уже во второй раз. Организаторы планируют сделать его ежегодным. Это интересно, это увлекательно, но и дает возможность детям узнать о своем крае больше, интереснее. И это действительно здорово. Здесь дети поборются и в умственном, как говорится, труде, и в спортивных соревнованиях, потому что для каждого приготовлена интересная локация, каждая локация уникальная. Всего участникам квеста предстояло пройти 11 станций. Каждой команде выдали маршрутный лист. За выполнение заданий они зарабатывали баллы. Мы постараемся победить и не подвести свою школу. Дети должны к нам уже прийти в самом конце и собрать пазл из всех пазликов, которые они на пути наших всех станциях получали. И также они должны узнать памятник, который они собрали. Они должны рассказать, где находится у нас памятник, почему это так важно для нас. Для участников интеллектуального марафона выступила хоровая студия Дворца детского и юношеского творчества. Гостей праздника поприветствовали и воспитанники хореографической школы. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.